Так, еще раз здравствуйте. На этот раз я буду разговаривать по-русски. Так, родители дали свои телефоны, чтобы когда у них зачислится пенсия. И, кстати, огромное спасибо вот ФСБ по городу Москва и по Санкт-Петербургу. Теперь дата прихода пенсии моего отца 10 числа. Это вот связано с тем, что вот тетка в 2014 году забрала все наши документы к себе домой. И, возможно, откопировала. Что-то там, наверное, замышляла совместно с мусорами Республики Тыва. Сейчас, короче, иду в мэрию. Надо мне заявление, поданное через портал госуслуг, проверить, спросить. Завтра там праздники и прочее. Столбали придурки. А то вот этот ваш нахуй Сергей Ергит там рассказывал. Моя сестра там трехкомнатную квартиру взяла. О, чё к чему нахуй? Чё вот этот ваш нахуй драчун, блядь? Бурят нахуй из Мингунтайги нахуй. Придумывает. Ну, по возможности буду снимать видео. Но, исходя из федерального закона, я не буду. Ну, в принципе, сотрудников органов нельзя снимать. А тут, короче, надо их заснять, что они будут говорить. И мне надо успеть на почту. Я там отправил свои зимние вещи. И, короче, буду выкладывать в YouTube. Так, этот Сергей, нахуй. Чё ему, блядь? Ещё-то Евгения, блядь. 10 миллионов перечислили, да? Он мне ещё, нахуй, поверх этого, блядь, плакал, когда разбогател на 10 миллионов, блядь. Сука. Мутный, нахуй, пидорас ебаный. Ну, хуй с ним, нахуй. Пидорасом стал. Выебали же его, нахуй, потом. Потом ругался, блядь. Перед тем, как меня, нахуй, из своей квартиры, нахуй, выбрать. Блядь. Задолжал мне, нахуй, кучу денег, блядь. Ладно, выкладывай в YouTube. Наушники не надеваю, чтобы, блядь, как бывало, хуёвые слова, нахуй, от туринов не слышать. Один сплошной негатив, нахуй. Так. А для того, чтобы немножко подкачаться, надо мне сначала немножко очиститься, потом переделать обереги. Ну, на запястье, на ноги там, чтоб у меня вот, а то я вот штангу поднимаю, у меня мышца не растет, даже не устает, прикиньте. А на левом запястье руки у меня есть оберег. Чё я вот поднимаю, у меня вот
левый бицепс болит. Вообще вот странно. Так. Сейчас обед. Умери. Я вот Facebook снимал, рассказывал, вот как я вот могу говорить. А там, короче, некоторые вообще в ахуе были. Ну, могу говорить теперь и матерными ругательными. Это вот как один казах писал. Это вот, по его мнению, вымещение из себя эмоций. Эмоциональные слова. Ну, я еще там в других аккаунтах рассказывал. Так, сегодня, короче, преддверии 8 марта, люди ожидают прихода пенсии. Спасибо вам, ФСБ России, а не то, что там эти пидоралы, тувинцы, нахуй. Ну, наверное, вы правильно поймете вот мои ругательские слова на русском языке. Ненавижу, нахуй, тувинцев.